Сегодня я хочу вам рассказать о питании зимой. Как надо питаться зимой, какое правильное питание зимой. Слушайте меня очень внимательно. Зимой, соответственно, нужны теплые продукты. Конечно, нужны супы, борщи, нужен перец, куркума, чеснок, имбирь. Нужны рагу. Рагу. Делаете рагу. Может быть, меньше салатов, но больше рагу. Вот. Теплые напитки, травяные чаи. Те, кто любят кофе, пускай пьют кофе. Но в любом случае должно быть теплое. То есть нужен баланс. Иммунной системе тоже нужен баланс теплоты. В холоде ничего не происходит. Поэтому делайте упор на борщи. В борщи можно давать и кислую капусту, и такую капусту, и помидоры, и все что угодно можно давать в борщ, только чтобы он был горячий. Плюс к этому еще можно кусочек хлеба там с чесноком, сало очень неплохо зимой. Зимой сало неплохо. Очень хорошо даже сало зимой. Вот, кусочек хлеба, у меня уже слюна тут выделяется. Настя голодает сегодня, у нее вообще выражение лица, да. Поэтому зимой нужны разогревающие продукты. Работаем, дорогие мои, на сегодня все.